Данное видео является блиц-ответами на частые вопросы. Папочку с этими частыми вопросами вы можете увидеть здесь. А полные ответы на интересующиеся вас вопросы вы можете посмотреть на моем канале в любой из папочек, относящихся к урокам по авторемонту. Уроки совершенно бесплатные. Подписывайтесь на канал, участвуйтесь в конкурсах и просто отдыхайте. Приятного всем просмотра. Итак, вопрос. Еще очень частый вопрос, задают его очень часто. Дядя Олежа, все понятно, говорит, вы советуете пистолет LCHVLP. Да, я советую с дюзой 1.3, 1.4. Но скажите все-таки, какая же фирма пистолета нужна? Понимаете, китайских пистолетов, а дядя Олежа зачастую пользуется ими, их очень много. Их, если не тысячи названий, какое-то определенное, я вам не скажу. Я пользуюсь Speedway именно, да? Ну, не факт, что я именно вот этот пистолет выбрал как самый лучший. Нет, я выбрал, потому что он продается в моем магазине. Скажу так вам, что из 10 пистолетов один обязательно попадется бракованный. И даже дядя Олежа попадал на бракованный, которым после первой покраски он просто выкинул. Ну, выкинул просто, я не стал разбираться, что с ним. Так что название не имеет роли. Если вам пистолет нравится на вид, если он внушает доверие, аккуратненько, берите такой пистолет и берите пистолет HVLP 1.3, 1.4 дюза. Будьте внимательны, LCHVLP расходует очень много воздуха, и для него нужен компрессор не менее 400 литров в минуту.